Владимир. Где Владимир? Дорогие друзья, мы с вами на пороге нового 2014-го. Отмечать этот праздник – одна из наших самых теплых традиций. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из московского Кремля. Я приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошел испытание стихии, и вместе с ними поздравить всю страну, поднять бокал за наш народ, за здоровье всех, кто самоотверженно боролся с наводнением, кто проявил милосердие и бескорыстную щедрость. Дорогие друзья, до наступления Нового года осталось всего несколько секунд. Желаю всем здоровья, любви и счастья. Пусть рождаются дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в каждом доме, в каждой нашей семье царит радость и согласие. Тогда и Россия будет стоять прочно и нерушимо. Ну и все. С праздником вас! Наливай, крадется в двери Новый год. А давай с тобой поверим в Новый год. А давайте, люди, сильно так его полюбим, и взаимностью ответит Новый год. Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? А давайте, люди, мы чуть-чуть добрее будем, и чуть-чуть добрее будет Новый год, Новый год. Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют, так сказать, сила против ума. А канат, то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть. В какую сторону? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить. Все правильно, в ту. Итак, начали!
С новым 2014 годом!